Грузия в конце 18 века, разграбленная и обессиленная от бесчисленных нашествий внешних врагов, а также произвола своих феодалов, переживала трудные времена. Занятые врагом крепости на побережье Черного моря стали центрами продажи пленных. Ежегодно тысячи юношей и девушек вывозились в чужие страны. Грузинские матери не радовались рождению своих детей. Много слез людских пролилось на этих берегах. Торговля людьми продолжалась до 19 века, когда после присоединения Грузии к России с этим злом было покончено. Еще задолго до этого эмеретинский царь Соломон I пытался пресечь работорговлю. Кто из знатных и незнатных гостей, дворян или крестьян, по точному розыску и расследованию будет увлечен в продаже человека, тот от святых соборов да будет проклят, и таковой без суда должен быть ослеплен. А если кто, приняв взятку, не ослепит его, тот от святых соборов да будет проклят, и таковой должен быть повешен. Наши козы, как бы они ни ушли. Они здесь, вон на горе. Ой! Зачем ты мне подставил ножку, а? Это нечаянно получилось, честное слово. Ах, ты меченый! Ты еще очень пожалеешь, что дразнишься, Хвича. А что ты мне сделаешь? Может быть, ты меня поборешь, а? А то нет. А ну давай посмотрим, какой ты герой. Я с таким родился. Оттого-то я и меченый. Так оно останется? Наверное. Зато мама сказала, что я никогда не потеряюсь, что меня везде найдут. Пошли, пойдем. Вернулся. Проголодался, наверное. А где ты так рубашку изорвал, негодник, а? Я с Гочи боролся сегодня, я его победил. Дай бог, сынок, чтобы из всех бед в жизни ты выходил победителем. Эй! 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 Эй!
Устал мой сыночек, целый день на ногах. Сайт ми принал. Черная ласточка, куда ты летишь? Где ты увидишь такое небо? Долго не выдержишь в чужих краях. Весна настанет, и с щебетанием вернешься ты. Да, добрун деби, чик-чики шенца. Большое горе пережила деревня после похищения маленького Гоча. Но на берегах голубой реки Техури жизнь шла своим чередом. Также трудились люди на полях. Вергис камзурки гигайя. Живей, сынки! Живей, пошевеливайтесь! Видите, какой сегодня день чудесный! До обеда нам надо закончить работу. Я просто не понимаю, отец, откуда на нашем участке взялось столько сорняков? Накинулись на поле, как татарская орда. Память у тебя плохая, братец. Мы же в прошлом году здесь не пололи ни разу. Верно, сынок. В прошлом году даже прополоть поле не успели. Пришлось идти воевать. Будь они трижды прокляты, эти войны. Понял теперь, откуда сорняки. Радуйтесь, друзья! Едут! Наши женщины обед везут. Кто это? Кто это идет? Мой Хвича, мой сынок, моя надежда, мой мальчик. Ну, говори, как дела? Ты не растерял наших коз? Нет. Слава тебе, Всевышний! Будь нашим покровителем, утверди мир на земле. Дай даже и до того дня, когда мужчины смогут выходить в поле без оружия, и женщины смогут без охраны приносить нам в поле обед. Дай, Господи! Добрые люди, не дадите ли глотка воды? Кто это может быть? Прости за дерзость, мой господин. Будь гостем семьи Тагуя. Выпей с нами глоток вина. О, с радостью. Благодарю за честь. Прошу. Дворянин Барт Гаревия. Садитесь. Выпей. О, благодарю. Мне вина нельзя. Я еду лечиться к Наколокевскому источнику. Кушайте. Спасибо. Скажи, господин Барга, что нового на свете? Ты ведь везде бываешь. Правда ли, что царь издал строгий приказ, запрещающий продавать людей в рабство? Угу. А кто похищает и продает людей, будет ослеплен. Да, это так, есть такой приказ. Теперь можете жить спокойно, наконец-то. Какое там спокойно, мой господин?
Вот у него был друг, наш сосед, маленький Гоча. Его недавно похитили. Они ровесники, вместе пасли коз. Так у я. И этот малыш тоже твой? Да, господин. Это мой младший сынок, мой Хвича. Не обижайтесь на меня, господин. Но мы бы с внешними врагами справились, если бы не наши князья и дворяне. Они не считают нас за людей, не видят нас души человеческой. Ну, теперь вы не только человеческую душу, но и козлиного уха не потеряете. Вы торопитесь, мой господин? Да, я хочу успеть до темноты. Счастливого пути, господин Барбер. Спасибо за угощение, счастливо оставаться. Спасибо. Наши ласточки за лето выросли. Скоро они улетят в теплые края. Куда это, мама? Далеко-далеко за синее море, где никогда не бывает зимы, где круглый год светит солнце. Хвича! Не ходи один далеко! Хорошо, слышишь, мама! Слышишь, Хвича? Хвича, хочешь, я тебя покатаю? Покатай! Дай руку. А? Оп. О. Держись. А хочешь, быстро поскачем, ага. А? Ну, пошел. Вернемся обратно. О, черт! Кажется, в деревне кто-то плачет. Да это просто собака воет. А? Наверное, умер кто-то. Сыночек мой! Это же мама! Какое-то несчастье случилось, отец! Что с ним случилось? Ведь он только что был здесь, со мной. Лучше мне
умереть. Мой сыночек, помогите мне, люди. Сынок. Зеха. Родной Хвича. Не надо, успокойся, ради бога. Наши непременно догонят злодея и отобьют мальчика. О, горе мне несчастный. Хвича, сынок мой, Хвича, сынок. Лучше бы мне умереть, чем дожить до этого дня. Сынок мой, надежда моей старости. Хвича, сынок, мальчик мой. Ты один? Хороший мальчик, Бардга. Он спит, он очень устал. Ловко, и как это только тебе удалось? Богомерзкий ты человек, настоящий дьявол. Знаешь, что я тебе скажу? На этом свете надо мечтать только о хорошем коне. Ну а что дальше делать? Надо постараться сегодня же ночью добраться до Риони. Так я надеюсь на тебя, Кучуна. Завтра встретимся у князя Черешвили. Хорошо, хорошо. Ты же обещал мне, сынок, что больше никогда не станешь заниматься этим страшным делом. Нет, мальчика я не отдам. Но, мама, это в последний раз, уверяю тебя. Ах, сынок, ты и себя, и всех нас погубишь. Я обещал Фазил-паше. И деньги с него я уже получил. Нет. Мать не разрешает тебе этого, понимаешь? И сейчас же гони отсюда этого чернобородого разбойника. Я знаю, что делаю. Ой! О, боже. Ягундиса! Позови скорее священника. Ай, боже. Пожалуйте, святой отец. Что с княгиней? Ей что-то не здоровится. Что это за человек? Я что-то его не знаю. А этот? Это наш родственник. Из Менгрелии. А-а-а. Госпожа ждет вас. Лучше змею встретить, чем этого проклятого попа. Он тебя сразу заметил и, конечно, все тут же понял. Скорее уходи отсюда. Они-то схватят тебя, выколят глаза и отпустят. И гуляй тогда по свету. Ух, где он трижды проклят. Чтобы черти забрали этого папа. Идем. Что случилось, княгиня? Я между двух огней. Научи, отец, что должна я делать. Ты ведь знаешь, что мой сын и мой муж оба недавно поклялись в том, что больше не будут продавать невольников паше. Они клялись царю. Но сегодня этот разбойник и негодяй снова привез похищенного ребенка. Я словно обезумела, начала кричать. Сразу отобрала мальчика и велела его спрятать. Святой отец, ты же знаешь, что царь издал такой страшный приказ. Что мне делать? Ведь Александр мой единственный сын, а он меня не слушает. Что делать? Научи, святой отец.
У меня нет сил. О, горе! Успокойтесь, княгиня. Я понимаю, что сейчас вам очень тяжело. Да поможет вам Бог. А что мне делать с этим ребенком? Куда его девать? Ребенка? Пока передайте мне, княгиня. Я воспитаю, обучу его. А потом, быть может, найду его родителей и передам его им. Ягундиса, приведи мальчика. Подойди ко мне, подойди. Ох, грехи наши тяжкие. Ну, не плачь. Не плачь, мой мальчик. Не бойся нас, малыш, успокойся. Как тебя зовут? Хвича. Хвича, не плачь. Вы, княгиня, достойнейшая из женщин. Да продлит Всевышний ваши дни. Благодарю, святой отец. Успокойтесь, благослови вас Бог. Пойдем со мною, Хвича. Марика! Марика! Марика, ну-ка догадайся, кого я к тебе привел. Кто это такой? Вот этот малыш, несчастная жертва неправедных дел наших. Какой милый мальчик. Но ты же говорил, Маркош, что подобные позорные дела давно уже прекратились. Не так-то легко собаке выпрямить хвост. Несчастный ребенок. Не плачь, мой маленький, не надо. Сыночек, несчастная твоя мать. Ну, будет тебе. Ты только еще больше расстраиваешь ребенка. Лучше накорми его и уложи спать. Иди с ней, Хвича. Я сейчас. Успокойся, миленькая. Тебе принесла. А здесь я вышила твое имя, видишь? Но ведь я читать не умею. Я тебя научу, смотри. Х, В, И, Ч, А. Хвича. Проснулся наш Хвича. Иди умойся. Завтрак уже давно ждет тебя. Иди, мой мальчик. Не бойся, дорогой. Иди.
Проклятый поп, козел бородатый! Сколько из-за него наших сил даром пропало? Не так-то просто было похитить этого мальчишку. Бартга, не можем же мы допустить, чтобы поп торжествовал? Не беспокойся, князь. Не будь я ревей, если этот щенок не будет снова нашим. Здоровья. Это надо петь низким голосом. Ну-ка, попробуй, Хвича. Смиренье ваше пусть будет явно для всех людей. Хорошо. А дальше нужно взять тоном чуть-чуть повыше. Господь близок. Молодец, малыш. Ну, а теперь почитай стихи Руставелли. А что прочитать? Все равно что. Ну, вот это. Гей, ты жизнь, к чему стремишься? Гей, ты жизнь, к чему стремишься? Вертишь нами, словно море. Всякий, кто тебе поверит, над судьбой заплачет вскоре. Одного ты вдаль заводишь, под другим срубаешь корень, но Господь спасет, не выдаст человека в тяжком горе. Молодец, ты это запомнил. Но на сегодня хватит, мой мальчик. А теперь ты можешь идти. Иди играй. Дедушка Маркос, а когда мы поедем домой? Скоро, мой мальчик. Скоро я тебя отвезу домой. Спасибо, дедушка Маркос. Кувшин я понесу. Нет, я сама. Давай, давай. Смотри, ежевика. Давай соберем. Цыра! На. Хвича, ты скоро поедешь к себе домой? Да, поеду. Я тоже хочу поехать с тобой. Ну, пошли. Счастливого пути, дорогой Хвича. Дай Бог тебе счастья. Поезжай, милый. Благослови тебя Бог. Цыра, попрощайся с Хвичей. Цыра. Цыра, когда я вырасту большой, я приеду к тебе. Идем. Ну, поехали. Счастливого пути. Не забывай нас, Хвича, не забывай. Хвича, смотри, вот там, за теми голубыми горами, твоя деревня. В ней живут твои родители и братья. Может быть, твоя мать сейчас с какой-нибудь из этих гор смотрит на тебя, а мы с тобой ее не видим. Не надо грустить, мой мальчик. Скоро ты будешь дома. А когда же, дедушка Маркос? Вот пройдем через этот лес и к ночи доедем. Хвича, иди сюда, садись со мной. Нет, я лучше пешком пойду. Ну, хорошо. Вот видишь, это широкая полоса, идущая по лесу, река Риони. Если мы пойдем по берегу этой реки, мы дойдем до Черного моря. Там,
где река Рионе впадает в Черное море, наша старая крепость. Там теперь сидит неверный паша. Он приказал отправлять наших детей в Стамбул. Он и тебя, Хвича, отправил бы туда, если... Прощай, моя родная земля! Горе нам! Горе! Владею, будьте вы прокляты! Где же справедливость? О, горе! Сынок мой, пустите меня, я не хочу смириться! Милая моя! Нет, я недоволен этой поездкой. Ни разу в жизни не было такой неудачи. Мне даже стыдно показаться в Стамбул с таким товаром. Уважаемый Али Юсуф, ты все-таки везешь 50 пленных, а у нас у всех столько не наберется. Гюрджистан больше не имеет никакого смысла ездить за товаром. А кто виноват? Эмеретинский царь Соломон портит наши дела. Это он запретил продавать пленных. А теперь он обратился за помощью к России. Что? О, Аллах! Аллах да продлит дни Фазил Паши. Такого крепкого мальчика он подарил мне. Продай его в евнухи, эфенди. Тебе за него хорошо заплатят. А что выдумал? У мальчика лицо настоящего мамлюка, воина. Если этот ветер не стихнет, плохо нам будет. Что это с тобой? Ты на старости лет стал бояться моря, Зайдол? Давай лучше сыграем в нарды. Я бы сыграл, если бы на что-нибудь стоящее. Если проиграешь, отдашь мне твоего халцикского богатыря. Что? Ты с ума сошел? Это мой самый лучший пленный. Вдруг проиграть его в нарды? А если я выиграю, что ты мне дашь? Моя длинноволосая девушка Соломе будет твоей. Гасан, что делать с этой длиннокосой девушкой, а? Все время плачет и плачет, просто совсем оглушила меня. Хочешь, я ее успокою? Наверное, мужа вспоминает. Ну что же, я знаю, как помочь ее горе. Что, мы хуже, чем ее муж, что ли? Ага. Девушка. Слышишь, девушка? А девушка? Не плачь. Не плачь. Не плачь. Перестань же. Ах ты, безбожник! Мало ей своего несчастья, так еще и ты! Как ты смеешь, Георг? Вот тебе! Перестаньте! 3-2. 6-5. Ты что, решил, что я уже сдался? Иду? 2-1.
Теперь прощайся со своим богатырем. Али-Юсуф! Сайдол! Ибрагим! Что такое? Что идите скорее, что наши пленные бунтуют! Прекратите! В чем дело? Что здесь происходит? Успокойтесь сейчас же! Вот он, эфенди! Это же пленник Зайдола! Не сомневаюсь, что он зачинщик бунта! Дайте ему 100 плетей! Постойте! Не торопитесь! Надо сначала узнать, в чем дело. Зачинщику ссоры и 200 плетей мало. Довольно мы терпели. Мы требуем, чтобы с нами обращались как с людьми. А не то мы погибнем, но и вас заставим нырнуть на дно моря. Остановитесь! Замолчите! Дайте мне разобраться, в чем дело. Вот он. Этот негодяй оскорбил женщину. Он зачинщик драки. Его и надо наказать. Так значит, это Гасан виноват. Нельзя так, клянулся Аллахом. Никому не следует обижать женщин. Это все Ибрагим подстроил. Что это ты выдумываешь? Ты же знаешь, что я играл с тобой в нарды. Я требую, чтобы твои надсмотрщики не смели трогать моих пленных. Что? Слыхано или дело? Чего он от меня хочет? Ну, будет вам, наконец, купцы. Ведите себя достойно. Кавказцы вспыльчивый народ. С ними нужно обращаться осторожно. Эй, уберите Гасана. Туда же, куда везут нас. Но они вернутся домой, а мы никогда. Вот Стамбул, прекрасный город. Сюда, щенок! Пустите, пустите меня! Раз, два, три, четыре, пять. Живей, живей! Отойди! Дядя! Вакуш! Дядя, куда вы? Отойди! Ну! Идите, живей! Иди! Рядом с мечетью Нур-Османи был невольничий рынок. На этом рынке торговали людьми. Отойди, отойди, говорю. Сюда бегите, сюда. Возьми. Хусейн ага идет. О, здравствуй, Хусейн. Приветствую тебя, Хусейн ага. Приветствую тебя, почтеннейший Хусейн ага. Здравствуй, Хусейн ага.
О, здравствуй, Али Юсуф, здравствуй, как поживаешь? Эх, дорогой Хусейн ага, плохи наши дела в Гюржистане. Видишь, как мало пленных, и тех с великим трудом достали, клянусь верой. Прискорбно, очень прискорбно. Встань. Грузинка? Нет, черкешенка. Хороший товар, хороший. Замолчи! Замолчи сейчас же! Я тебе шею сверну! Кто это плачет? Пленный мальчик. Покажи мне его. Ахмед, выведи мальчика. Выходи! Не плачь, мальчик. Грузин? Грузин. А как зовут? Хвича. Хвича, хорошо, хорошо. Такому славному мальчику стыдно плакать. Он хорошо сложен? Да. Отличный мамлюк из него выйдет. Пусть он поборется с кем-нибудь. Пожалуйста. Тогда давай. Ахмед, поди-ка приведи кого-нибудь. Но он слишком велик для него. Хвича, ты поборешь его? Если победишь, получишь подарок. Принесите ковер! А ну, покажи ему. Не бойся. Ну, давайте. Так. Молодец, молодец, малыш. Ну, смеляй, смеляй. Ты хороший мальчик. Хорошо, иди. Ну, Али Юсуф, сколько? Товар хороший. Говори, какая твоя цена? Мы же купцы. Только для тебя, но это цена окончательная. Что ты, побойся Бога, ведь за эту сумму можно купить целый отряд. Воля твоя, товар у тебя перед глазами. Знаю, для кого ты хочешь его купить. Ну, эфенди. Ну что ты, Хусейн ага? Ведь один кусок шелка, который я подарил Фазил Паше, и то стоил мне 50 меджидии. Хороший мамлюк из него выйдет. Только для тебя. Такова воля Всевышнего. Хусейн ага, я себе тоже купил мальчика. Я хотел бы проверить, силен он или нет. Пусть он поборется с твоим, а? Хвича. Будешь еще бороться. Угу. Приведите мальчика. Хвича! Хвича! Гуччи! Гуччи, меченый, откуда ты здесь? Тебя что, тоже украли? А ты говорил, что в жизни никогда не потеряешь. Зато сейчас мы больше не расстанемся. Ни за что не расстанемся. Хвича, кто этот мальчик? Это мой друг. Мы с ним из одной деревни. Уважаемый господин, не уступишь ли ты мне своего мальчика? Я заплачу за него столько же, сколько заплатил Али Юсуфу. Я сам бы охотно купил вашего молодца. Он мне очень понравился, правда. Из грузин и черкесов вырастают прекрасные воины. Я продаю их в Египет мамлюкским беям. И поэтому плачу за них хорошую цену. Не могу, дорогой, я везу мальчика в Венецию. Подарок моему другу. Ну, не будем терять времени, Хусейн ага. Уведите его. Я с тобой пойду. Пусти. Я тебя пусти. Не выйду. Пусти его. Хвича, Гуччи. Хвича, Гуччи. Ну, вернись обратно. Пустите иди меня, Гуччи. Никуда я не пойду. Иди. Пустите меня, Гуччи. Гуччи. Осторожней пробирайся по своему пути, человек. И никогда не забывай, что зло всегда и всюду преобладает над добром. Хусейн ага купил и других пленников для мамлюкских беев и направился в Египет. Мамлюкские беи воевали не только с внешними врагами, но и жестоко угнетали египетский народ. Для пополнения своего войска беи ежегодно покупали похищенных с Кавказа детей и растили их как будущих воинов. Оторванные от своей родины, молодые люди ни к чему не привязывались и никого не боялись.
Их верным другом были только острый меч и арабский скакун, с которыми они не расставались до самой смерти. Ежегодно купцы доставляли маленьких детей в Каир. «Кто не видел Каира, тот ничего не видел», говорится в арабской сказке. «Его земля – золото, небо над ним – чудо». В середине 18 века мамлюкский военачальник Алибей восстал против турецкого султана и захватил власть над Египтом. Повелитель, привели главарей восставших филахов. Заключить их в крепость. Повелитель, купец Хусейн Ага явился. Хусейн Ага? Зови его скорей. Да благословит тебя Аллах, о великий султан Египта и обоих морей. Подойди ко мне, Хусейн. Садись сюда, пожалуйста. Садись. Ну, рассказывай, Хусейн, как ты путешествовал? Какова торговля? Очень плохи наши дела, мой повелитель. Почему? В последнее время в Гюржистане стало очень трудно доставать пленных. Но пред твои светлые очи, мой государь, я не с пустыми руками явился. Я привез тебе мальчика-грузина. Молодец мой, Хусейн. Но где же он? Он здесь у тебя в людской. Сейчас же привезти мальчика. О, какой молодец мой мальчик. Пойди сюда. Ну, подойди. А как зовут нашего мальчика? Махмуд, мой повелитель. Нет, Хвича. Теперь ты Махмуд. Хвича. Махмуд! Хорош, хорош. Ну, подойди ко мне. Да подойди ж, не бойся. Прекрасный мальчик. Настоящий воин. Мамлюк отлично из него выйдет. А ну-ка скажи, ты верхом умеешь ездить? Умею. О, я такого коня тебе дам, что равного ему в целом мире не сыскать. Мальчик мне нравится. Я воспитаю его, дам ему свое имя. Превосходная мысль, мой повелитель. Абдулла! Уведи мальчика. Ступай с ним, Махмуд, ступай. Аллаху акбар, ашхаду алла, илаха илляллах. Махмуд, читай. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного.
Хвича, переименованный в Махмуда, воспитывался среди мамлюков. Если раньше его обучали Евангелию, то теперь Корану и военному искусству. Высшая мера награды ожидает того, кто умрет на поле битвы с оружием в руках. И скоро Махмуд Хвича стал настоящим мамлюком. А кто он? Он приемный сын Алибе. Какой он красивый. Он смелый и очень сильный. А знаешь, Зайнаб, Махмуд ведь грузин, он с твоей родины. Откуда ты знаешь? Знаю. Я очень много раз это слышала. А кто теперь будет состязаться? Поздравляю тебя с одержанной победой, Махмуд. Благодарю. Ты вполне заслужил право быть начальником дворцового отряда. Сегодня вечером приходи во дворец. Благодарю. Аллах да поможет тебе. Поздравляю. Поздравляю. Махмуд! Тебя. Я тоже поздравляю тебя. Теперь ты сможешь очень высоко взлететь. Махмуд, что же ты молчишь?
И почему ты так печален? Ты, наверное, очень устал? Нелегко дается победа. Аслан, мои гости скучают. Придумай что-нибудь. Слушаюсь, повелитель. Черная ласточка, куда ты летишь? Где ты увидишь такое небо? Где ты увидишь такие горы, такие цветы, такие поля? Грузия напоминает мне сказку, где и деревья ратные песни поют. Картвело згапар смагонес садац хебиц садац хебиц лаш крус мле. Госпожа! Госпожа, не бойся меня. Скажи мне, откуда ты? Как твое имя? Кто это зовет меня? Я Махмуд,
Махмуд? Прими от меня подарок. А здесь я вышла твое имя, видишь? Но ведь я читать не умею. Я научу тебя, смотри. Х, В, И, Ч, А. Витя. Цира! Ты меня узнал, милый. Уже целый год, как меня привезли сюда. Цира, это как сон. Я сразу узнала тебя, Квитча. Я не думал, что когда-нибудь встречусь с тобой. Квитча, любимый мой, ты не дашь мне умереть здесь, милый. А сейчас уходи. Нас могут увидеть. Цира! Хасан, я иду во дворец, догоните меня. Слушаюсь, господин. Мамлюкские беи разоряли и притесняли египетский народ. Поэтому простые люди ненавидели и проклинали их. Проклятие Аллаха тебе и твоему роду! Да отольются вам мои слезы! Не миновал проклятия и Махмуд, хотя он и без того был несчастен. Ну, дармоеды, живей, живей! Ты почему не работаешь, негодяй? А ну, живо! С тех пор, как я попал сюда, вот так и мучаюсь, пока не сойду в могилу. Что поделаешь? Эй, ты! Такова наша судьба. Откуда ты родом? Приветствую вас, господин. Не помнишь? Когда меня похитили, я был очень маленький. Но я так знаю. Вот за этими горами море, а за морем высокие, очень высокие горы. Там я родился. Туда можно только перелететь. А мы не птицы. Thank you.
Зайнаб где? Она больна, господин. Что с ней? На состязаниях она узнала своего земляка и с тех пор стала грустить и все время плачет. Кто он? Махмуд. Воспитанник Алибея. Махмуд. Здравствуй, госпожа. Не бойся меня. Почему ты плачешь? Раб имеет право хоть плакать. Успокойся, я твой верный друг. Зайнаб, меня прислали к тебе. Кто? Махмуд. Махмуд? Доверься мне, ты скоро сможешь увидеть его. Заходи, моя госпожа. Махмуд там ждет тебя. Цира. Хвича. Твоя печальная песня напомнила мне детство. Я благодарен судьбе, что тебя встретил. Если нам суждено остаться здесь, то уж лучше умереть. Ты так сильно тоскуешь по родине, Цира. Я не теряю надежды, что когда-нибудь вернусь в Грузию. Убежим, Хвич, убежим отсюда. И как можно скорее. Но я воин. Я дал клятву. Кому, Хвич? Кому ты поклялся? Врагам своей родины? Ты забыл свою несчастную мать, свой народ. Ты забыл все на свете. Кому ты отдаешь свои силы? Ведь у тебя только одна родина. Довольно. Хватит. Твои слова ранят меня, как удар меча. Ты говоришь убежать. Но ведь можно поплатиться жизнью. Чем жить в рабстве, лучше умереть. Завтра ночью, Цира, жди моего знака, ты увидишь его из своего окна. На реке вспыхнет огонь, и ты сразу же выходи. Я буду ждать, Хвича, сокол мой ясный.
сюда. Лодку. Отплывай! Я тебе покажу бежать, собака! Я тебя в ад отправлю! Крича! Тюрьму его! Прошло время. Махмуда освободили, чтобы он на поле брани искупил свою вину. Он был назначен начальником отряда. С тех пор прошло много лет. Слава Аллаху! Да здравствует победоносное войско мамлюков! Здравствуй, Мурад-бей! Мамлюки, дорогие мои братья, сегодня мы должны взамен убитого Хамид-бея назначить нового военачальника. Назовите достойного человека. Кто должен быть военачальником? Кого назвать? Асламбея! Махмудбея! Асламбея! Махмудбея! Махмудбея! Мамлюки, прошло 10 лет. Вы помните? Наши войска окружили тогда Сиуту. Но мы никак не могли взять крепость. Мамлюки! Кто первый ловко и отважно прыгнул на вражескую стену и дал нам победу. Этот мамлюк получил звание сотника. Кто это был? Братья мои отважные воины, я не знаю, кто я такой, откуда я родом. Знаю только, что я мамлюк. Меч мой отец, рука моя твердость. Многие из вас, наверное, помнят, как нам пришлось биться у Асуана. Помните Тысяцкого, который в самый разгар боя смело и отважно врезался в ряды врага и дал нашим войскам победу. Кто был этот воин? А помните, как наше войско стояло у Фивских развалин? Кругом теснились враги, они окружили нас и хотели разбить. Кто тогда выехал вперед и воскликнул? Мамлюки, за мной! Кто, как сокол, пустил коня вскачь и бросился на врага? Кто одним ударом своего меча отсек голову?
предводителю вражеского войска. Кто это был? Махмуди! Махмуди! Мамлюки, Аллаху угодно, чтоб военачальником был Махмуд. И да будет так. Да здравствует! Да здравствует! Махмуд бей! Махмуд бей! Да! Дорогие бей, вы уже, наверное, слышали новость. Новость довольно неожиданную. В Александрии высадил свои войска короткий паша франков Наполеон Бонапарт. Дерзкие французы осмелились напасть на наши владения и поспешно идут войной на нас. Что вы скажете на это, предводители? Что же, пусть идут. Встретим как надо. Я не понимаю, для чего пошел на нас войной этот короткий паша? Какой ему от нас вред? Где Египет? И где Франция? Чего он хочет? Я думаю, что у короткого паши есть определенные причины. Выяснение причин не принесет нам сейчас никакой пользы. Главная причина войны нам известна. Этот человек говорит, я силен и иду на вас. Если вы воины, встретьте меня. И встретим. Достойно встретим. Солдаты 40 веков смотрят на вас с высоты этих величественных пирамид. Махмуд бей командовал правым крылом войска мамлюков. На его долю выпало сразиться с французской конницей.
Короткий паша не дремал. Заметив урон своей кавалерии, заставил заговорить пушки и послал на помощь пехоту. Огонь! Хорошо стреляют эти собаки! Вперед! Эти пехотинцы, что за народ? Это не французы. Наверное, венецианцы. Хасан! Ах ты, проклятый Геур! Мамлюки! Вперед! Прошу тебя за Хасана! Кто ты такой? Где я тебя видел? Где я видел этого человека? Гоча! Меченый! Гоча, Меченый. Гоча, дорогой мой, ты не узнаешь меня. Я Хвича, Хвича! Ты меня слышишь?
Боже! За что ты меня так тяжко караешь? Неужели все это наяву? Да, это явь. Кто ты? Мамлюк? Грузин? Где твоя родина? Не хочешь узнать, как живет твоя родная мать? Отец, где твой домик? Твоя техура? Вспоминал ли ты их в этой далекой стране? Эх, время шло. Ты привык к новой жизни. Судьба улыбнулась тебе. Ты больше не жалкий раб, ты достиг вершин величия. А теперь, где это величие? Вот мое величие, мое богатство, мое сокровище, моя родина. Я убил тебя. Твой Хвича тебя убил. Но зачем? Махмуд-бей, ты жив? Махмуд-бей, чего ты стоишь как в столбнике? Где твой отряд? Мурат-бей послал за тобой. Он спешно нас призывает. Махмуд! Махмуд! Что случилось? Джафар, почему ты здесь стоишь? Короткий паша разгромил наше войско. Махмуд, все беи тебя ищут. Может быть, он ранен? Послушай, чего ты уставился на этого мертвого Геура? Это же венецианский сотник, собака, умершая собачьей смертью. Кто венецианец? Он такой же венецианец, как я, египтянин. Боже, он с ума сошел. Боже. Где ты, Боже? Только несправедливость и насилие царствует в этом мире, и больше ничего. Махмуд! Махмуд! Ты богохульствуешь? Изменяешь присяги? А может, его подкупили франки? Очень возможно. Отряд его разбит, а он невредимый. Стоит здесь, как ни в чем не бывало. Ну, я этого тебе не прощу, Геур! Аллах! Изменник! Была богатая одежда мамлюкского бея, на другом мундир венецианского гвардейца. Но кто знал, что первый не был египтянином, а второй венецианцем? Оба они были сынами многострадальных.